Всем привет! А у нас гость, ежик в тумане. Но он не в тумане, а он в солнечный день на поляне пришел к нам в сад полакомиться яблочком. Ой, ты наш красавец! Мы первый раз видим, представляете? Муж его увидел, он сначала к пруду туда спустился, по-видимому, пить захотел. Вот. Я пока бежала, он уже исчез. А от пруда уже вон далеко он ушел-то, оказывается. Может, он здесь не один гуляет, а? А вы как нашли-то? Я еще сказала своим внукам, Лесе и Тимуру, говорю, ну-ка бегите, ищите, где-то ежик. Пока я бежала, он исчез. И вот они нашли в другом, совсем в другой стороне, в другом, под кустом смородины, да? Да, я просто шел, слышу, вот. Что... Шипит, да? Шипит он. Нет, просто... Шуршит. Да. Ага. Потом видел, он пробегает. Вот, яблочко кушает, да, вот такой красавец. Они же мышей ловят, кстати. Так что ж, пускай он живет. Мы даже тебя молочком угостим, козьим, ладно? Ну, вот так. Он, да. Вот еще почешется. Ой, ребята, еще и почесался. Куда побрел? Ты куда побрел, а? Ёжик в тумане, ты куда побрел? Побрел куда-то. Ну давай, живи тут у нас, ладно? Живи. Вот такой ты красивый. Ну а что сделать-то? Я не могу ничего сделать. Вот, что-то чешется, там, наверное, у него блохи. У тебя там блохи, что ли? Эй, чешешься-то. Все, ты к нам привык уже? Побрел. Ой, я 100 лет уже не видала ежей. Я где-то в Воронеже раньше видела. У бабушки в деревне, когда ездила в Воронеж, и все. А тут я не видала мышей. Ой, ежей. Давай мышек лови. Вот что-то там увидел. Посмотри, как какую-то съел. Леся, ты не подходи, чтобы он тебя не куснул, не прыгнул. Кто их знает, что там. Вот такие ежики у нас здесь. Красота. А маленький какой он еще, да? Они же бывают больше. Что-то жует. Ну ладно, пусть. Снимаю первый урожай моей теплички. Как вы помните, я говорила, что я тепличку поставили мы в июле. Купили ее. О, какая большуханская. В начале июля я посадила где-то числа 6-го, по-моему. Вот это все. И редиску в том числе. В прошлый раз я уже сняла, наверное, тоже дня 2 назад. Вот она. Редисочка уже выросла. Сегодня 27 июля. Ну и даю вот растишкам другим. Тут у меня еще индау растет. Тут еще вроде как маленький. Вот эту можно выдергать. И посажу ведь еще раз. Вот эту тоже. Вот в индау она у меня тут затесалась. О, мисочку. Нарвала. Я ее люблю потереть. И люблю ее с майонезиком или со сметанкой. Ну вот. Как-то так. Остальная пусть растет. И будет еще у меня тут травка. Кинза. Будет вот она, кинза. Индау будет. Укропчик еще вырастет. То есть тепличку я еще тут еще раз посажу. Редисочку еще успеет она вырасти. Цыпули. Цыпули. Вот они у меня, две тамарки. Ходят парой всегда. Та одна у нас слепая. Тоже что-то ходит, ищет. Так, тамарушки. А муж их называет Зита и Гита. Пойдемте кушать. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Цыпа, 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 цыпа. Давай, 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 идем. Идем, куда идем? Знаем, куда идем? Давай. Все, кушать пошли. Побежали. Тамарушки мои парушкой ходят. Зита и Гита. Давай, 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 заходим, заходим. Цыпа, 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 цыпа. Давай тоже иди. Иди, давай, иди. Иди на голос-то хоть. Давай, кричу, побыстрей. Не торопится. Иди давай, цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Ох, тут у вас уже тут налито все, да? Налито все. Тамарушки мои. Нате вам. Вот сюда побросаю. Все. Потом еще насыплю вам комбикорма. Съедайте пока тут. Да. Иди давай.
Давай побыстрей. Иди, иди. Цыпа, 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 цыпа. Давай, слепай это, слепай это. Куда пошла-то? Куда? Куда? Вон ворота-то, вон. Ну, давай, иди, иди. Иди. Заходи в ворота-то. Вот все. Зашла. Ну, куда, куда, куда? Не возвращайся. Иди давай. Ешь. Ешь, а то не хватит тебе. Будешь пока тут ходить. Все. Кушают. Приятного аппетита.